Потеря за потерей. К большому сожалению, умерла актриса сериала «Склифосовский» Наталья Смирнова. Актриса театра и кино Наталья Смирнова умерла от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на журналиста Олега Пиранова. На экранах с нулевых на счету более 90 эпизодических ролей: «Дуся Агрегат» и «Счастливы вместе», «Дочки матери», сериал «След», «Адвокат», «Маргоша», «Каменская» и, конечно же, всеми известных «Склифосовский», «Бабушка на сносях» и многих других. Кроме того, Смирнова играла в театре «Нации» и «Современники». За полтора месяца до этого, 16 мая, актриса отметила свое 60-летие. Родилась актриса в 1961 году.